Меня зовут Лосинок Евгений, я директор сети Viking Touristic. Сейчас мы находимся с вами в Турции, регион Бодрум. Осматриваем отель Rixos Bodrum. Это Rixos. В Rixos, как правило, всегда все хорошо. Сколько я их не инспектировал, они держат марку. На входе нас встречает приветственный welcome drink, сладости. Ресепшн красивый, светлый. Сейчас мы с вами выйдем на террасу, посмотрим территорию. Я попросил, чтобы нам дали машинку, и мы проехались по всей территории, поснимали, чтобы увидеть все, потому что реально сходить ногами, мы тут это... Ласты склеим, извините за сленг. Вот такой у нас водитель. Помашите. Поехали. Сейчас мы, скорее всего, едем в детскую зону. Kids Club. Yes? Go to the Kids Club? Sorry? Yeah. We go to the Kids Club? Now. Now you want all this land? All territory. Yeah. Sea, beach, Kids Club. Yes, yes, yes. И все, он такой многоуровневый отель. Если ножками ходить, то может быть тяжеловато, конечно, но есть машинки, можно сюда попросить, и вас отвезут. Смотрите, какие там... Оп, не успел деревья. Ага, вот они тут же красивые. Наша сирень. Парк. Дурзис, окей. Wait here? Yes. Стоп. Okay. Сейчас мы сходим. Mm-hmm. Ждите. Мы приехали с вами в Rixos Club. Сейчас снимем аквапарк. Что он из себя представляет? Вот он. Здесь маленький 30-сантиметровый бассейн. 1, 2, 3, 4 водные горки. Сейчас они не работают пока, еще рано. Вот они какие. И вот здесь вот находится Rixos Club. Сейчас пойдем посмотрим его. Rixos Club. Здесь очень мощная анимационная программа для детей. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам сейчас покажут комнаты. Ага. В целом объясняют, что, куда и как. Хорошо, пойдемте. Все прорезинено, пол здесь резиновый. Видите, то, что они говорили, деревья прямо растут, они не срубали, потому что нельзя. Тут мотоциклы, машинки детские, батут. Поднимаемся вверх, здесь детская площадка. Хорошая тень, она находится под кронами деревьев, стены в виде замка. Детям здесь будет интересно. Вот, смотрите, приехали они сюда. Одна детская комната, детское питание тут есть. Столики, игрушки. Есть такая комната с подушками. Интересно, смотрите, заходишь, тут одни подушки, можно валяться, играть, прыгать. Тут вот проектор, я вижу. Смотрят они, наверное, мультики здесь, фильмы. Интересное место. Уже можно снять. Это комната мастер-класса, здесь занимаются рисованием, лепкой, рукоделием. Видите, какие картины детки делают. Это комната для маленьких деток, baby room. Видите, здесь все для маленьких деток. Микроволновка, блендер. Все, что нужно для того, чтобы маленькому ребенку было комфортно. Игрушки, да. Коляски. И питание. И питание есть в том числе. Музыкальная комната, музыкальные инструменты. Смотрите, гитары, барабаны,
цимбалы. А здесь комната для тинейджеров? Это комната для тинейджеров. Здесь уже две приставки, подушки. Она такая стильная. Игровая комната, где настольные игры. И комната настольных игр. Бар также. Детский бар есть. Все серьезно. Да. Побежали. Амфитеатр. Это амфитеатр у нас здесь слева находится. Ага, амфитеатр. Окей. Поехали на пляж. Бич. Рыбный ресторан. Рыбный ресторан. Ага. Форду шише. Кальянная. Наргилия. И наргилия. Кальян, ну, шиша, наргилия. Окей. CNC-бар. Бар с видом на море. Сиа-бар. Гизлиме тут делают, я смотрю. Можно перекусить. Монстол-бар. Да. Ага. Мохито бар, итальянский. Бич стоп. Возле пляжа находится футбольное поле. Волейбольная площадка там дальше. Добрались мы с вами до пляжа. Здесь очень мелкий желтый песок, красивый. Они славятся своими пляжами. Риксис любит поиграться. Иногда привозят даже в свои отели песок с Африки. Вот, смотрите, какой красавец. Вход пологий, песчаный. Там есть немножко гальки. Там вот находится бар. Сиа-бар с видом на море. Это теперь у нас уже остров любви. Там для взрослых только. Посмотрите, какой вид открывается. Номер 1312, Deluxe Garden View. Алло. 42 квадратных метра. Он вижда косора. Санузел. Гриджас. Шоу инспекшн дейс. Так, у вас сначала видеотюрка, да? Фен. Какие комнаты есть? Видом на море? 1200 ватт. Главное здание. Дополнительное зеркало. Таких номеров 40. Все остальные вот таких вот домиков бунгало. Всего 116 номеров. Плитка. Что касается высшей категории, везде плитка. Это премиум. Кровати комната. Большие две. С видом на море. Чайный уголок. Квадратных метра. И уже плазменный вот телевизор. Вентилятор. Балкон среднего размера. Скорее маленький. Два кресла. Вид на ресепшн. Куда подходят автобусы. На море. Поле здесь искусственная трава, кто-то. Волейбольная площадка. Еще один пирс. Сейчас мы с вами едем на остров любви. Это для виллы пирс. Окей, гол. Вот эти вот домики, они сдают, $220 стоят на сутки. Дают своего дворецкого, дают кар, машинку, который вас привозит, увозит отсюда. Там есть, сказали, приставки. Есть все для комфортного отдыха. Сейчас мы по нему проедемся по кругу. Окей, гоу-гоу. Красиво здесь очень. Бассейн. Окей.
Окей. Мы идем с вами в главный ресторан. Поснимаем, что дают в ресторане, что можно покушать. Это главный ресторан. Шкюридрин, Вумирабе. На террасе там стоит. Хорошо. Большой выбор зелени. Хлебный уголок. Пицца, жареные овощи. Какой здесь суп? Ну, смотрите, какой суп у нас. Ага, я уже снял, спасибо. Здесь готовят рыбу на гриле, мясо, котлеты. Макароны, паста, картошка фри. Это, я так понимаю, диетическое. Фрукты. Картошка. Да. Снимем уголок сладостей. Мороженое несколько видов. Рыба. Вегетарианская. Это язык. Мясо какое-то. Ну, вот, в принципе, мы все с вами обошли, поснимали. Это весь ресторан, все, что здесь есть. Выбор небольшой, но, я думаю, все очень вкусно. И вот с этой стороны я не снимал. Здесь паста. Да, красиво. Терраса, на которой мы кушаем. Друзья, если вам был полезен данный материал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, что бы вы хотели добавить, что бы удалить, что вам еще требуется. С вами был Лосинок Евгений. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.